Михаил Будкеев в декабре прошлого года отметил 95-й день рождения. Известный художник, ветеран Великой Отечественной войны. Сегодня у него открылась персональная выставка. Уже невозможно сказать, какая по счету, их было множество. К нашему огромному сожалению, автор этих картин в последний момент решил остаться дома. Сегодня у ветерана уже было несколько мероприятий. Поручил давать интервью своему сыну, музыканту Сергею Будкееву. Несмотря на то, что у него подвижность ограничена, но у него огромное количество этюдов. И по этим этюдам, как и большинство художников, он пишет большие картины. О войне отец вспоминает неохотно, говорит Сергей. В боях на Курской дуге Михаил Яковлевич был тяжело ранен, более года провел в госпитале. Вспоминать вот эти вот трагические моменты ему не очень хочется. Ведь у него, собственно, ни одной картины нет, посвященной именно войне. Последствиям войны – да. Сейчас в мастерской Будкеева находится картина, которую Михаил Яковлевич завершит со дня на день. И это полотно обязательно добавит в экспозицию. Это тоже будет пейзаж, тоже мирное небо. Напомним, выставка ветерана войны, народного художника Михаила Будкеева, работает в Барнаульской галерее «Универсум» по адресу улица Димитрова, 66. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости.